Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Глеб. Территориально откуда? Территориально откуда? Из Санкт-Петербурга. А профессиональная сфера деятельности? Скажем так, я музыкант. Скажите, пожалуйста, как вы прокомментируете тот факт, что Сергей Шнуров недавно в своем телеграм дал слово сказать в Госдуме за стрит-арт? За стрит-арт? Да. А что он такого там обещал сказать, я просто не знаю. Ситуация такая. Несколько дней назад в Петербурге на ободранном плакате концерта Ольги Бузовой появилась надпись «Шнуров, скажи в Госдуме за стрит-арт». И через пару дней Шнуров в своем телеграме опубликовал фотографию вот этого этой концертной афиши и написал, снабдил комментарием ее словом «скажу». Скажу. Да. Если он скажет, будет прекрасно, если он вступится за стрит-арт. Я не знаю, правда, сделает он это или нет, потому что Шнуров человек не глупый, коммерчески ориентированный. Ну, не глупый, я имею в виду, что он знает, что и где нужно говорить. И поэтому, если он вступится, это будет, конечно, очень мужественно с его стороны. Но он, я думаю, он взвесит все, потому что, во-первых, он миллиардер. Шнуров очень богатый человек, а если он уже вписан в шоу-бизнес, к тому же такой силой, невероятной медийной силой шоу-бизнеса, все непросто. Такому человеку уже сложно сказать что-то лично. Он всегда должен как бы позиционировать какую-то дополнительную медийную силу. То есть все не просто так. Поэтому, ну, чудесно, если он вступится за стрит-арт. А как вы думаете, что он скажет за стрит-арт в Госдуме? Ну, не знаю. Отмочит какую-нибудь шутку, я так полагаю. Что он еще может сказать? Он же Шнуров, он же артист. Ему же нужно быть на виду. То есть не ожидаете от него ничего серьезного? Конечно, нет. Ну что вы. Шнуров, прежде всего, артист. Он талантливый клоун. Он этим и хорош. Политической реальной силы он не имеет. Он марионетка. Но он хорошая марионетка. Он славная марионетка. Веселая такая. Он забавляет. Но он клоун, понимаете? Вот сейчас вы узнали, что Сергей Шнуров собирается сказать что-то в Госдуме за стрит-арт. Да. Скажите, ждете ли вы его, вот этого слова в Госдуме теперь? Какого слова? За стрит-арт. Будет вам интересно услышать, что он скажет там? Я пытаюсь просто вникнуть в суть вашего вопроса как-то... Ну, если он скажет, будет чудесно. Нет, вы ждете сейчас того, что он скажет за стрит-арт? Что я жду, что... Да, в Госдуме. Вы ждете? Вы начали ждать? Прямо с этого момента? Ну да, вы же только что узнали. Как вам будет угодно? Нет, мне нужно ваш искренний ответ. Вы ждете или нет? Мне все равно. То есть вам неинтересно услышать, что он скажет за стрит-арт? Я не верю, что это возымеет реальную какую-то политическую или социальную силу. Вот в чем дело. Я верю, что Шнуров прежде всего артист и клоун. Вот и все. Для него важнее шоу. А в реальности действуют совсем другие силы, совсем другие механизмы. И что бы он ни говорил, значения это не имеет. Это как, знаете, вот есть такой был политик Жириновский, да? Все его знают. И сейчас здравствует. Ну, да, пока что. Он тоже клоун, по большому. Его держат для смеха. Здесь та же самая ситуация. Может быть, она несколько иная, но его держат для смеха. Так, со Шнуром та же самая история. Все. Спасибо.